Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Джабраильский, Губадлинский и Зангиланский районы. Глава государства принял участие в открытии 14-километрового участка Шукюрберли-Джабраил автомобильной дороги Шукюрберли-Джабраил-Гадрут. Ознакомился с проектом Азербайджано-Турецкого международного учебного центра лесного хозяйства, умного питомника и комплекса «Лес дружбы», которые будут созданы на территории Джабраильского района. Глава государства и первая леди также приняли участие в церемонии выпуска 18 джейранов на территорию Джабраильского района в рамках реализации проектов по реинтродукции. Затем глава государства заложил фундамент Центра цифрового управления Джабраильской электрической сети, ознакомился с ходом строительных работ на киловольтной международной узловой подстанции «Джабраил». Далее глава государства ознакомился с проектами водохранилищ Бергюшат-Чай и Забух-Чай в Губадлинском районе, заложил фундамент Центра цифрового управления Губадлинской электрической сети. Главе государства и первой леди был представлен генеральный план города Губадлы. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева также приняли участие в церемонии закладки фундамента музеев оккупации и победы в Губадлы. Также глава государства и первая леди приняли участие в церемонии закладки фундамента первого жилого здания и школы в городе Зангилан. Глава государства ввел в действие гидроэлектростанцию в Зангиланском районе. И также президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Зангиланский район, где ознакомились с условиями, созданными международным аэропортом Зангилана. Отметим, что уже завтра состоится открытие международного аэропорта, церемония открытия которого примет участие и президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган.